Министерство обороны России намерено закупить крупную партию зенитных артиллерийских комплексов «Деривация» ПВО, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По информации источника, поставки «Деривации» ПВО позволят отказаться от использования советских систем «Тунгуска» и «Шилка». Новые комплексы предназначены для борьбы с беспилотниками, крылатыми и авиационными ракетами, самолетами и вертолетами. Системы способны обеспечивать обнаружение и обстрел целей с места, в движении и на плаву. Ожидается, что комплекс «Деривация» ПВО примет участие в Московском параде Победы 9 мая 2020 года.